Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды. Раз, два. То есть меня сбросили до лиги мастеров. Две звезды все-таки, да? Ах, паршивцы. Ах, они паршивцы. Ну, а что поделаешь? Эта игра, друзья мои, тебе не позволит сидеть здесь на месте, ничего не делая. Поэтому приходится вот так вот постоянно все это дело контролировать. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас по испытаниям. Так, Усаги против хитрости. Нужно, по-моему, нам не нужно. Тут слэш разыгрывается. Ну, как ты знаешь, слэш у нас полностью прокачан. Единственное, что жетоны. Ну, жетоны, да. Но я, наверное, все-таки вот здесь поиграю. Почему? Потому что, ребят, нам нужны вот эти элементы. Поэтому я считаю, что здесь, да, стоит потратиться. А вот сможем ли мы пройти? Вот тоже интересный вопрос. Пора бы уже браться за этих охламонов и прокачивать их уже до сотки. Но когда дойдут мои руки, до этого я ума не приложу. Мы теперь что, взялись за слэша? Мы будем прокачивать слэша. Я думаю, что это мудрое решение, ребята. И я думаю, что в дальнейшем он нам еще спасибо скажет. Или мы ему скажем спасибо. Так, ну что же, вот и Шреддер. Ребят, вот скажите, какие ваши догадки? Это же не человек Шреддер, да? Почему, когда мы его побеждаем, он начинает искриться и кротит, как будто он робот? Вот смотри внимательно, сейчас мы его победим. Нифига, он хиляется. Вот смотри внимательно, видишь? Во-во-во-во, заискрился, как будто робот. Или у него просто костюм сломался и его начало кротить, не знаю. Вот какие вот ваши мысли по этому поводу? Так, ну что, давай попробуем еще одно событие пройти. Но здесь уже 80 уровень, и я вот этих вот ребят уберу. За кого я здесь точно уверен, так это за Армагона и за Ваньку. Вот за счет Криса Брэдфорда не совсем. И слава богу, они на него не нападают, как ты видишь. Да, не нападают, конечно. Ладно, давай торпеды для начала. Блин, надо было вот этого, наверное, вырубить. У него двойная атака. Воу. И именно двойной атакой он бомбит. А ты, посмотри, они все переключились, ребят. Все переключились на Криса Брэдфорда. По возможности, вот, надо что сделать. Поставить усиленную защиту. Так, давай теперь валуном. Шлепнем их всех тут. И опять же Шреддер. Ну давай, давай, вставай. Обожженное лицо. Хотя, с другой стороны, зачем делать робота Шреддера с обожженным лицом? Могли бы сделать с обычным, с нормальным. Верно я говорю? Конечно, верно. Фига Ванька ему влупил. Ванька ему просто пол хп кастетом своим пробил. Нормально. Ну, давай посмотрим. Так, снаряжение, хитрость. Ну, здесь, друзья, я не знаю. Здесь, наверное, уже ловить нам нечего, потому что 90 уровень. Вдвоем, без Криса. Ну, это просто самоубийство, мне кажется, какое-то. Просто, ребят, самоубийство. Но, тем не менее, я хочу попробовать. Блин, мы в меньшинстве, плюс у нас нету хила, ничего такого нету. Давай ракеты. Ванька, пулеметную дробь. Да фиг ты. Блин, еще и заблокировали. Давай пулеметную дробь. На второй волне. Блин, заблокировано абсолютно все, ребят. Сейчас каждый сходит, и, наверное, Армагону моему будет кранты. Надо же, на Ваньку переключились. Если бы Ваньки бы не запороли... Ой, еще и запечатали. Ну что, супер... Ой, супер, обычный Шреддер. Встает он там. Сидит в своем офисе. Ну что, давай попробуем. Да ё-моё, чё так долго-то? Фига ты шпаришь. На. Он хиляется, да? Он хиляет фул хп себе. Нормально, ребят?
Давай тройной укус. Еще и усиленная атака у него. Чего? Ребята, а вам не кажется, что это сейчас был чит? С какого перепуга он делает две атаки, и первая атака, когда Армагон его кусал, он не получил урона вообще нисколечко. Там даже не было написано, что мы промахнулись. Просто урон не зафиксировался. Да пошли они с такими этими. Нормально? Да. Молодцы. Просто не засчитали урон, да? Две атаки, он с какого-то перепуга начал делать, непонятно. Так, эксперт снаряжения я получил. И сыр, как ты видишь, весь потратил. Ну что, у меня остается, ребята, ну что, по ежедневкам? Ой, ну да, по ежедневкам пойдем пробежимся. Серию испытаний. Так, мы переходим уже сюда. Скажем так, на вторую ступень. Нет, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Нет, ну это жестко, ребят. Криса Брэдфорда тоже бы, конечно, качнуть на сотый уровень. Он уже давно у нас на 80-м висит. Как неприкаянный. Не двигается ни туда и ни сюда. Так, Крайка, получи. На тебе, Маузер. Ну вот и Шредер. Давай, выходи. А Болтус ты несчастный. Сидит там. Захватил шестой канал, выпендривается. Серьезно, еще и постепенно урон повесил. Слушай, Лео, а у тебя что? Хил еще в откатах? Еще, ребята, в откатах у него хил. Еще два раунда нужно ждать, прикинь. Давай ему по щам. На. И добивка, надеюсь. Все, тут мы победили. Но здоровье-то оставляет желать лучшего. У Леонардо еще два этих. Как сказать, два уровня будет откат. Ну что, поехали тогда искать элементы. Мы не допрокачали еще пока нашего Майки. Именно по скиллам, ребята, нам не хватает буквально чуть-чуть. Так, 6 кошечек вот этих вот. Манека, по-моему, называются эти кошки. Фигурка кошки. Так, 2. Там нужно 6, да? То есть получается еще 4. 3. 4. Так, 4, 5. И последняя. Последняя кошка нам нужна. Ну что ты, ну. Давай последнюю кошку. Не хочет. Во. Так, дальше нам нужно найти вот этих вот 10 шляп с напитками. А, все, подожди, у нас, ребят, задания уже выполнены. Давай забирать награды. Ну и поднять уровень персонажа. Сколько у нас, во-первых, мутагена? О, как мало. Этого мало. Давай тогда, ну вот здесь вот, например, прокачаем Мондагека. Ну что, теперь, как обычно, друзья, турнирная арена. Да, Лига Мастеров 2 звезды все-таки сбросили. Возьму Армагона и Зека. Армагон и Зек вдвоем. Я, насколько помню, вот этот Майки с нунчаками.
оригинал. У него инициатива-то, кстати. Ну, зэка, может быть, и не переплюнет. Ну, Армагона, по-моему, переплюнет. Нет, не переплюнул. Добей только, пожалуйста. Твою налево. Пробьешь ты его? Вряд ли. Хотя, смотри-ка, получилось у Хана. Блин, я думал, сейчас этот начнет тут буянить. Слава богу, все обошлось. Кстати, мы сейчас вернемся быстренько. Что-то я не понял. Был ранг 24, и мы поднялись на... Что-то я не понял. По-моему, там вообще даже не сдвинулись с места. Эй! Вот опять начинается вот это вот, ребята, фиговина. Блин. Посмотрел просто там вот на этот инициатор сидит уже. Тут как тут. Да-да, именно майки 79 уровня. Фиг он даст мне сейчас тут спокойно подраться. Сейчас начнет влазить. Ну, если, конечно, Супер Шредер его не накажет. И Донателло, кстати, хила тоже нужно как-то убрать. Тх. Давай, Крэнк, вжаривай своим лучом. Тидыщ. Шикарно. Все-таки эти ребята по инициативе крутые. Не, ребята, там первый поединок, по-моему, вообще нас нисколечко не сдвинул с места. Так, ладно, берем Рафаэля, берем Донателло, Лео, Майки. Ну и, например, еще Криса Брэдфорда сюда, в эту команду. Хотя у нас обычно здесь Сплинтер идет. Но Сплинтера могут здесь разобрать невзначай. Поэтому я решил взять Криса Брэдфорда 80 уровня. Так, пошла вертушка. Донни рассыпался. Ну давай возьмем провокацию. Так уж и быть. Думал ударить. Чух. Блин, Донни выжил. Тынь-тынь, все. Крис Брэдфорд его наказал. Как говорится, по шиям надавал. Ну вот, ну что это, ребят? Блин, хотя бы прогрузилась сразу же. И мы еще до сих пор не перешли. Че за фигня? Где 17-24? Вот. Слушай, ребят, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. С какого, блин, перепуга мы так медленно идем вообще? 4 поединка, мы еще даже не перешли на лигу мастеров 3 звезды. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Давай волной добьем их всех. Просто я уже все свои сливки, как говорится, уже потратил здесь, на этом поединке. Мне дальше некем будет драться. Замечательно. Так, ну что тут взять? 17-24. Давай вот здесь возьмем. Макман, Ванька. Раз, два, три. Надеюсь на ихнюю массовую, ребята, атаку. Надеюсь. Так, вначале торнадо. Теперь Ванька с базуки. Блин, Донни, ты-то какого лешего выжил? Постоянно выживает, выживальщик фигов. Ну что, с 95-го на какое? На 85-е, надеюсь? Так, это 10 поединков нужно нам теперь, да, получается? Ладно, я беру Армагона. Плюс Усаги. Армагон и Усаги. Ну, в принципе, ребята, здесь должно быть все отлично. Потому что у них, у обоих инициатива зашкаливает. Я думаю, что мы не дадим противнику даже шанса здесь сделать ход. Причем Усаги, надеюсь, повесит постепенку, как я от него и прошел. Да, практически все нормально. Этих мы добиваем с удара. Ну и те тоже, наверное, упадут. Рассыпятся. Рассыпались. Так, с 85-й давай на 75-ю тогда уже. На 75-ю. 74-я. Ну, спасибо. Продолжаем.
беру Армагона. Есть ли смысл? Блин, я не знаю, ребят. У них, блин, у них муха хил. У них муха хил, ребята. Приходится тогда вот так вот делать. Я просто к чему, почему испугался, ребят. Если мы не добьем сейчас, муха, она по инициативе, в принципе, неплохая. И она начнет 100% с отхила. Как пить дать. Видишь? Если бы у меня здесь сейчас не было бы Кренга, муха бы начала бы хилять. И все мои массовые атаки пошли бы коту под хвост. Поэтому на последних, как говорится, секундах я передумал идти старым составом. Так, 64-я позиция. То есть через этот поединок мы уже попадаем, грубо говоря, в платишок. Но откатов нету. Вот так вот, ребята, откатов нету. И это значит, что нам придется смотреть рекламу. Ну, точнее, мне придется смотреть рекламу для того, чтобы получить 10 откатов. Как раз вот этих 10, наверное, мне и не хватит. Что? Чего? Майки, ты там не приборзил ли случаем? Переплюнул нашего Армагона. А знаешь, что мне написал подписчик? Что... Кто? Ролевой, Рафаэль Ролевой круче зэка, прокачанного на сотку. Прикинь? То есть у Рафаэля Ролевого инициатива вообще зашкал. Я не знаю, я, ребят, не знаю. Мне так написали, я еще не проверял. Но если это так, ты прикинь? Ты прикинь? Рафаэль Ролевой переплевывает зэка. Мне даже захотелось это проверить, но пока, ребят, не могу. Так, морозильная кошка, блин, она же выживет. Нет, не выжила. Она не выжила. Так, вот здесь уже, ребят, надо бомбашить. Кого-то сейчас уронят. Так, ну-ка. Отлично. Так, и остается добить спринтера. Но это уже, знаешь, это уже, ребят, как было из последних сил. Потому что я последний откат потратил. Я последний откат потратил. И вот теперь нужно уже идти в магазин. Кстати, сколько у нас там? Всего 40 жетонов. Идти в магазин и смотреть. Ну, ты понял. Так, ну что, вот они, последние две награды я получил. Продолжаем наши поединки. То есть 5 боев, да? 5. То есть 5 боев по 10 ступенек. Да? Все должно сработать. Все должно сработать. Раз, два, три. То есть нам как раз хватит дойти до топчика. Ну, если, конечно, не зажмут, как в первом поединке. Взяли просто-напросто в ноль. Продвинули, называется, и все. Давай, Крэнк, добамбливай их всех. Чувак, куда опять музыка исчезла? Что происходит с играми? Я не понимаю, ребят. Так, ну что, 33-я позиция. Давай дальше. Я беру опять же Армагона. И, ну, давай здесь возьмем еще и Леонардо. Раз, два, три. Так, друзья, для того, для тех, кто спрашивает, почему у меня на втором канале в игре Хак видео записалось без голоса, объясняю. Я уже объяснял, правда, в следующей серии Хак. То, что уходил в магазин, во время этого у меня было обновление винды по времени. Вот, и я когда пришел, ну, у меня, как обычно, винда загружена, все, потому что она перезагрузилась. Вот, и во время этого слетели настройки на OBS. То есть микрофон стал обозначаться как неизвестное устройство. То есть, одним словом, он его не определил. Я этого не посмотрел, естественно, потому что я не знал, что были какие-то манипуляции здесь. Соответственно, включил и, как обычно, начал записывать. Даже не посмотрел, что бегунок на
микрофоне не бегает. То есть нет вот этой вот... Кардиограмма не бегает звуковых частот. Ну, ты понял, короче. Когда говоришь, там бегает бегунок. О том, это позволяет тебе понять, что твой голос будет записываться. Я что-то на это не обратил внимания, как бы. Ну и в обычном штатном режиме просто нажал и начал записывать. Я уже понял только когда, когда поставил на рендеринг. Вот. Слышу, что игра записалась без звука. Зашел, посмотрел, все исправил, поэтому в следующих уже сериях все будет нормально. Так что, ребят, извиняюсь за не, так сказать, не специально причиненные неудобства. Так, ну что, у нас остается там еще, наверное, я думаю, поединка 2, но это максимум. И все. Сейчас будет 16-я позиция, да? 17-я. Не, тогда получается, ну да, 2 поединка еще. И у нас как раз все хватит. Но я же говорил, тютелька в тютельку. Получается. 2 отката он у нас сохраняется. Раз, два, три. То есть бомбанем, и уже на следующий будет окончательная добивка. Сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота. Ребят, меня еще не выписали. Мне продлили больничный до вторника. Во вторник я пойду на прием. Так что понедельный буст у нас будет по черепашкам. Почему музыка так рано заканчивается? Непонятно. Оу. Неожиданно для меня сразу же сиганули. Сколько мутагена я набрал? 20 тысяч, друзья, 20 тысяч мутагена. У нас по прокачке идет слэш. 63 уровень. 63 уровень. Нет, все-таки давай, наверное, хочется, конечно, начать прокачать, но надо докачать, ребята, майки. Тут осталось ему совсем немножко. Ну что, потратим оставшуюся пиццу на... А вот, в принципе, и все, мы ее потратили, больше у нас ее нет. Да, больше у нас ничегошеньки нет. Ну что, друзья, тогда на этой ноте я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.